коллекции, да? Как она создавалась, что вдохновляло и почему именно то, что сегодня мы увидим? Коллекция создавалась под впечатлением балета «Кармен Сюита» Майи Плисецкой. Меня очень вдохновил ее танец. Мне кажется, это самый такой яркий, запоминающийся образ вообще Кармен, который я вообще видела. Цветовая гамма уже пошла за самой уже темой выбранной. Роковой черный, непокорный белый, чувственный красный. Ну, без красного, конечно, красный – это просто сердце чувственной женщины. Ну и рыжий, потому что это, на мой взгляд, это синтез страсти, огня, солнца. Как создавались прически, макияж? Вы сами продумываете образ свой? И как вам помогли визажисты сегодняшние? Визажистам огромное спасибо. Это все равно командная работа. На стилизации работала Оксана Он. Спасибо ей огромное. Над постановкой и тем, что вообще сегодня вы видели, это мой главный человек незаменимый, Артем Кривда, потому что, ну, это самый большой профессионал в мире. Полина, привет! Расскажи нам, что ты сегодня здесь делаешь, какой показ и как ты себя чувствуешь? Чувствую, заболела, еле вытащили. Но на самом деле мне очень приятно быть сегодня здесь. Я очень редко участвую в показах. И в этот раз я работаю с Игорем Гуляевым. Ну, вообще это секрет. Сейчас я нахожусь здесь, как все модели, и просто сижу, и меня красят, причесывают. Но на самом деле мы делаем очень красивый финальный выход, и я меня позвал и сказал, что ему бы очень хотелось, чтобы я закрывала его показ. Конечно, я не могла ему отказать, поэтому сижу болеющая, уставшая, но довольная. Скажите, что сегодня мы увидим, какая будет коллекция, чем вы вдохновлялись, немножечко так вот вкратце. Сегодня я представляю коллекцию «Весна-лето 2014» под названием «Парадайз». Все очень женственное, сексуальное, нежное, летящее. Меня все привыкли воспринимать как мехового дизайнера. Здесь я показываю реально то, в чем девушка может появиться в свет, выйти в свет летом, плюс 30, плюс 40. Это настоящее лето. Прически в стиле итальянки, в стиле моей любимой Софи Лорен. Что-то такое вот свободные летящие кудри, начес. Что-то даже есть от Бриджит Бардо. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя впечатление от начала недели моды? Ну, я был вчера на дне Минпромторга. Я хотел прийти на Вячеслава Михайловича Зайцева, но я, к сожалению, опоздал. Хотя я видел показ с фотографией моих других друзей, мне очень понравилось. И мне более всего сейчас понравилась женская коллекция Зарина. Ну, во-первых, это наиболее Рената Литвинова, то есть каждый образ — это она сама. Энергетика очень, то есть видно, как люди действительно хотели вот прийти в этот сезон, потому что, наверное, сегодня я как никогда вижу столько народа, что не хватает мест, чтобы сесть. Что ты ждешь от вообще предстоящих дней и от конца недели мод? Ну вот я очень жду Бессарионова, потому что мне очень понравились его толстовки, которые он сделал с капслок. Мне вообще эти ребята очень нравятся, потому что я любые молодые таланты всегда поддерживаю. В принципе, наверное, Ахмадулина, ну и Гаусер. Вот такой стандартный набор. Какие показы собираетесь посетить лично вы? Наших друзей. Вот завтра будет Гого Никабадзе. Очень он мне понравился в прошлом сезоне. Мне понравились его образы, которые он делал. То есть полностью и обувь, и одежда, и головные уборы. Прекрасно. Я жду что-то новое, свежее, интересное от него. Бирюков обязательно. Да. Бирюков, Маруся Зайцева. Маруся, ну, естественно, династия Зайцевых. Очень интересно посмотреть, что делает младшее поколение. Вот. Ну, естественно, будем следить за всеми остальными также.